Средиземное море. Каждый раз, когда смотрю на моря, то это очень притягивает взгляд. Это какое-то просто магическое действие. Можно долго-долго смотреть на то, как катятся волны, слушать, как шумит море. А сейчас возник такой вопрос. Стоит ли вообще от одного моря путешествовать к другому? Чем они отличаются? Содержанием соли, занимаемой площадью, конфигурацией. Все это какие-то внешние такие факторы. А если просто смотреть на море, то неважно, как оно называется, где оно расположено. Это стихия, которая куда-то проникает сразу внутрь тебя. Ты растворяешься в этом пространстве. Магия, медитация. Март месяц, 2017 год, побережье в Турции. Сегодня немного пасмурно, но от этого моря не выглядит как-то иначе, когда в солнечный день. Все равно оно притягивает взгляд, влечет к себе, завораживает.